Далее к другим темам. Новый тренд в администрации города. Следуя примеру Ирика Елалова, глава Советского района Урал-Кельсинбаев провел онлайн-конференцию. Живую трансляцию в социальной сети посмотрели несколько сотен зрителей. За полчаса эфира чиновник успел ответить на вопросы по сносу гаражей, ремонту школ и детских садов. Также он рассказал о существующих программах улучшения городской среды и дворовых территорий, в которых могут принять участие непосредственно и сами жители района. На сегодняшний день реализуется 3 программы. Первая программа – это программа «Реальные дела», которая реализуется депутатами Государственного собрания Республики Башкортостан. И в рамках проекта «Реальные дела» обустраиваются и дворовые территории, но чаще всего устанавливаются детские площадки. Вторая программа – это поддержка местных инициатив. На сегодняшний день нами подготовлено и направлено более 25 заявок по 25 дворам. По итогам рассмотрения конкурсной комиссии мы выясним и сможем понять, какие же дворы, какая же территория будет благоустроена. И федеральная программа, которая начала реализовываться в этом году, там также включается дворовая территория. 14 дворов нашего района, они были включены. То есть следующий этап будут рассматриваться, оцениваться конкурсной комиссией, и будет известно, какие дворы включены, какие нет. Во всех этих программах, кроме проекта «Реальные дела», предусмотрено софинансирование со стороны граждан. И вот если мы берем двор, один из дворов, это по Достоевского 97/1, проект был определен около 3 миллионов рублей, и вот с каждого там 100 квартирный дом, и с каждого получается примерно 1500 рублей. Кто из представителей администрации следующим решит пообщаться с жителями города, пока неизвестно, но, судя по комментариям в социальных сетях, большинство пользователей положительно восприняли такую инициативу.